Всем привет, друзья. Всем привет, меня не видно, я за кадром. У нас с супругой сегодня очередной выходной. В прошлые выходные, хочу сказать, купили мы вот такой отпугиватель ультразвуковой от грызунов. У нас в сарае завелась какая-то живность непонятно, там роет. Ну, сейчас приедем, снимем, покажем. То ли это крыса большая, то ли крот, говорят, то ли медведка, непонятно. Взяли уж и отраву от медведки, что-то вроде не кушает. Взяли, мышеловку. Колбасу зараза стащила, не поймалась. Не попалась. Вот такие у нас мышеловки. Хорошие, отличные. Ну, короче, вот это ставили мы. И вообще, оказывается, не с той стороны снимал, вот такие. Сверху вниз. Этот. Ну, хотим вернуть, если да. У нас получится. 550 рублей он стоит. Ну, вот такой он. Короче, он не издает никаких звуков, просто там моргает лампочка и... И зеленая большая лампочка, типа этого. Светильник. Просто там чик-чик, что-то вот так вот делает и все. По ощущениям, как будто еще больше стало там следов, ям, норок этих. Вот. Короче, взяли мы его дня 4, что ли, там, 5 дней назад. Короче, нифига он не помогает. Сейчас едем возвращать. Заедем у себя в поселке магазин, может, там будет. Заказывали мы тоже там, должны были привезти. Посмотрим. Если что, покажем, если там привезли. Вчера у нас было 18-20 градусов, ночью было от 10 до 13 градусов тепла, были небольшие дожди, а сегодня у нас какое число? 11, наверное, сегодня. 11 августа, да, сегодня. Сегодня вот 27-29 градусов, сказали. Ну, тепло. Жара. Хорошо. Вот здесь у нас построили новую врачебную амбулаторию. Сказали, скоро откроется. Да. Там садик и сзади новые ипотечные дома. Садик новый. У нас в этом году очень много, да, магазинов открыли. Кстати, парк вот этот, надо как-нибудь сюда прийти, парк снять. Магнит, косметикс. Здесь слева еще какой-то тут вот большой строится. Двухэтажный. Что-то там, видимо, да, на днях уже сказали, откроют. Золотой ключик. Что-то говорили, то, что это детское, мы, конечно, не хотели туда. Это ресторан, приват персон. И все. Ну там еще Пятерочка сейчас вот будет. Вот здесь фигурки продают. Машины едут, так что видно. Ну там сзади Пятерочки. Что там? Завод по изготовлению металлических дверей, рольставней, Дурхан. А, вот и Дурхан. Не сзади Пятерочки. Чуть ошибся.
взять утка. Ромаевский. Да, не видно ее? Там тоже большая ферма. Утины. Вначале очень все на нее жаловались, то что запах от него уберите, там писали, но в итоге все осталось как есть. Вот мы приехали, стройдвор, все для стройки и ремонта. Здесь мы его покупали. Тихо. И сюда же мы его сейчас будем отдавать. Хорошо, если возьмут. Ну, они, по сути, обязаны при предъявлении чека. Ну, давай, удачи, я не буду заходить. Хорошо. Съездили мы в стройдвор, как вы видели, уже заезжали. Сдали его, там заявление написали на возврат. Заехали в другой магазин и взяли другой отпугиватель. Он уже 700 рублей стоит. О, не видно ничего. Не знаю, поможет, не поможет. Мы там проехали по магазинам, закупились продуктами на выходные на 2 дня. Вот сейчас поставим, покажем вам, какие у нас там окопы роют животные. Поехали домой. О, сейчас, наверное, лучше покажет. Вот такой вот чистый дом. Все равно не очень хорошо. Вот, друзья, зашли мы в сарай. Сейчас будем устанавливать этот чистый дом. Посмотрим, что он скажет. Здесь у нас он, отрезали мы мяту, набрали в поле зверобой, чеснок и снова мята. Это все надо растереть и в одну посуду на зиму. А вот здесь, посмотрите, видите? Вот сюда я закопал, ну, поверхностно так, мышеловку. Он все разрыл здесь. Не знаем, что это такое. Следы. Да, вот здесь тоже. Это. О, везде кучи-кучи. Непонятно. Курятники тоже там, дыры, норы. Сейчас покажем. Вот еще одна нора. Вот, друзья, наши курочки бегают здесь. Выпустили их погулять. Вот индюшки наши. Что, все сетку разобрали? Сетку разобрали они. В этом году вообще какие-то бешеные, у нас в том году не было так. Летящие они у нас в этом году, летающие. Им сейчас 2,5 месяца, и весят они где-то 2,5-3 килограмма. Вода закончилась у них. Да, сейчас положу. Они вон пролили воду. Да. Надо сейчас кирпич. Таблетки. Кирпич туда положить. Метронидазолом пропоить. Кто держал индюшек, держит индюшек, напишите, пожалуйста, в этом возрасте у кого сколько примерно вырастают. Нам кажется, то, что плохо в этом году у нас. Вот. 2 яичка. Вот здесь курятники у нас. Вот нора такая. Позавчера закапывали здесь все, а сегодня зашли, смотрим, вот такое безобразие. А вот здесь тоже вот такое же безобразие. Как быть, не знаем.
как бороться. Кошку пока заводить неохота, потом ее надо будет домой везти. Потом куда побежали? Картошку рыть, да. Вот картошка уже высыхает. Ладно, друзья, пишите комментарии свои. Кто как борется с грызунами. Нам это нужно узнать. Как с ними бороться. Потому что только не принимали, да? Зерна с отравой покупали, и отраву покупали. И нифига. Отраву они не кушают. Вон. Она исчезает, отрава, но они не умирают же. Мы ничего не находим, и все равно роют. Лордик, лорд. Жарко ему. Жарко тебе, да, лордик? Ладно, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.